На сегодняшний день по улице спуск Маринеско уже финальный этап. Укладывается финишный слой асфальтобетона. Выполнены все работы по замене перекладки, переоборудованию инженерных сетей. Полностью уложены трамвайные пути. Смонтирована контактная сеть и уже не первый месяц работает наружное освещение данной улицы. В планах, собственно, буквально в течение нескольких дней завершить полностью все работы по спуску Маринеско и, собственно, все, что останется, это нанести дорожную разметку. Буквально вот в считанные дни автомобильное движение будет открыто и, собственно, трамвайные пути тоже будут готовы к эксплуатации, и Горэлектротранс будет принимать решение, когда запускать движение трамвайное.
Yeah.